Я как раз категорическая противница пропаганды идей гомосексуализма и лесбиянства среди населения. И я голосовала за закон, который запрещает пропаганду. То есть вы можете вести свою личную жизнь как хотите и с кем хотите, но под своим одеялом, а не на улицах наших городов. Эту позицию я уже излагала несколько раз в средствах массовой информации. И думаю, что мы достаточно аргументировали нашу позицию тем, что среди сексуальных меньшинств, по наблюдениям ученых, меньше 2% людей, которые генетически, как бы природно предрасположены. А все остальные люди – это люди, склоненные к такому образу сексуальной жизни. Кроме того, я считаю, что это вообще не дело, так сказать, демонстрировать свои сексуальные предпочтения публично. Мы же, большинство, не демонстрируем это на площадях, да? Вот. Поэтому я принадлежу к тем, кто будет выступать за запрет такого рода парадов.